Привет, друзья! В России началось серийное производство машины дистанционного минирования земледелия. Ранее мы уже показывали ее боевое применение. Машина инженерной системы дистанционного минирования земледелия разработана Тульским НПО «Сплав», разработчиком всех наших РСЗО. В качестве шасси боевой машины используется четырехосный автомобиль КАМАЗ-6560. Работа этой установки похожа на работу РСЗО «Град». Разница в том, что вместо боевой части установлены твердотопливные ракеты калибром 122 мм. Предположительная дальность действия земледелия от 5 до 15 км. Ракеты размещены в транспортно-пусковых контейнерах. Каждый состоит из двух частей по 25 ракет в каждой. Время перезарядки ракет – 3 минуты. Все расчеты при подготовке к стрельбе ведутся автоматически. При этом оператор системы определяет основные параметры будущего заграждения, в том числе количество снарядов и мин в залпе. Боевая машина оснащена спутниковой навигационной системой и компьютером, а также метеостанцией. После установки мин эта территория наносится на электронную карту. Разминирование не нужно проводить вручную. Мины можно дистанционно деактивировать. Площадь минирования установки с одного залпа около 10 футбольных полей. В состав комплекса входит две машины. Непосредственно сама боевая и транспортная заряжающая. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.